Анастасия Веденская, Андрей Карпов. Вы какие-то потерянные стоите. Это успех. Вы посмотрите, как реагируют зрители. Но, к сожалению, не все от них зависит на нашем шоу. Есть 4 зрителя, которые уполномочены ставить оценки. К их мнению мы сейчас и перейдем. Галина, вы любите, я знаю, вот такие лиричные композиции. Да, на вас подействовала эта эмоция? Да, это такая прекрасная романтическая история. Мне очень понравилось. Все было выполнено прекрасно, поддержки легко, изящно. Мне понравилось. Спасибо вам огромное просто. Я получила огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо. Владимир Деревянко. В общем, мне понравилось. Немножечко не хватало свободы в шее и в голове. Некоторые вещи было немножечко зажато в этом смысле. Спасибо, Владимир, за такую оценку. Я думаю, это фора для остальных членов жюри, чтобы они как бы выразили свое справедливое, но вместе с этим оптимистичное мнение в оценках. Мы провожаем эту прекрасную пару к Дарье Златопольской и Александру Акопову. И не только к нам с Александром Завеновичем, а еще и Гордею Епифанцеву, который просто, Гордей, растопил наши сердца абсолютно. Когда болел за свою маму, он и сейчас сидел. И так болел за тебя, милая. Он же так же нервничал. Да. И он прямо сидел рядом со мной. Я говорю, ну ты доволен? Тебе нравится? Мне очень нравится, как моя мама выступила. Надеюсь, жюри поставит очень хорошие оценки. Настенька, как ты себя сегодня ощущала? Было больше уверенности или опять тоже? Но все равно это, наверное, легче для меня, чем ча-ча-ча, потому что здесь есть история та самая, которую можно прожить. Это сложнее, чем ча-ча-ча. А я еще хочу поприветствовать Володю Епифанцева, который сегодня пришел поболеть за Настю. Володечка, очень рада тебя видеть. И очень хочется, пользуясь тем, что ты здесь сегодня, взять обещание с вас, с Настей, что вы в юбилейной программе 27 марта нам исполните танец вдвоем. Поскольку, по-моему, это первая пара супругов в истории танцев со звездами, которые в разных сезонах участвуют в качестве звезды. Володя, это было уже 6 лет, по-моему, назад, да? И вот Настя сейчас. Ну что, готовы? Да, было бы здорово, потому что я уже один раз опозорилась, танцевав с ним танго. Это было потрясающе. Я до сих пор помню, это была такая страсть. Мне было так стыдно. Я думала, нас после полуночи начнут показывать эту программу, после того, как вы там станцевали. Александр Завенович. Мне кажется, самая сложная задача – это танец вот именно в современном, причем бытовом костюме. Здесь, наоборот, волшебство, ну, как бы нет волшебства внешнего, а есть волшебство, которое может быть создано только твоим движением, выражением лица. И, опять-таки, я хочу констатировать, что кино было. Это кино про любовь. История совершенно понятная. Мы знаем ситуации, когда девушки оказываются в мужских рубашках. И все, что было затем, мне кажется, это прекрасная, очень лиричная история была прекрасно рассказана. И мы узнаем сейчас, какие же оценки продиктовал этот танец. Владимир Деревянко. 8. Станислав. 8. Галина. 8. Николай Цискоридзе. 6. Я поддержу. Для меня это высокая оценка. Для Николая это высокая оценка. Дамы и господа, 30 баллов. Прекрасная пара наша получает 30 баллов. А мы ждем здесь, прямо сейчас.